я сначала сделаю то, что обещал раньше, то есть покажу, что получилось в результате моих попыток починить котлиновский проект с перекомпиляцией библиотек. Получилось нормально, как видите, все правильно подсвечено, все, значит, аннотации и объекты правильно выглядят, все замечательно, но не работает. Не работает, потому что все компилируется, это даже можно посмотреть как, да, он радостно скомпилируется, можно сказать ему build, пожалуйста, значит, rebuild project, он сейчас заребилдится без ошибок, скорее всего, а потом он при деплойменте радостно валится, поскольку у меня что-то свалилось в Jetty, а вот там я, к сожалению, уже быстро не смог поправить, поскольку перекомпилировать пару библиотек этой задачи не слишком сложно, тем более, к счастью, здесь хороший интернет, и я, значит, просто вытащил исходники быстро, свежие, и все скомпилировал. Заодно, кстати, выяснилась интересная вещь. Те из вас, кто заметил, как устроены вот эти вот формочки, которые я, значит, на ходу генерю, обращал внимание, что там нечто выглядело как вызов функции с параметрами, теперь на самом деле это не требуется, потому что вышла свежая версия фреймворка Cara, которая этого не требует. Вот. И те, кто справедливо отметил, что в фреймворке Cara есть масса всяких вещей, которые хочется улучшить, их на самом деле улучшают. То есть фреймворк Cara вообще писался не в JetBrains никак. Я пользуюсь тем форком, который писали в JetBrains, точнее не писали, а развивали в JetBrains. А вообще-то Cara писалась на отдельном времени, которое никак не связано с JetBrains. И много чего лежит на GitHub, что тоже помогает писать софт на Kotlin, но тоже никак с JetBrains не связано. Мы иногда совершенно случайно узнаем, что там что-то свежее появилось просто в поиске по GitHub. И мы сами сейчас делаем фреймворк, его делает несколько человек, в числе Илья Рыженков, которого, может быть, кто-то из присутствующих знает, довольно известный наш разработчик, который раньше заведовал всем .NET-ом, JetBrains, а сейчас вот сказал, что ему интересно поувлекаться Kotlin'ом, и два человека занимаются как раз созданием нового фреймворка, который, наверное, будет лучше Cara, он на Cara некоторым образом основан, но умеет больше и короче. Фреймворк Expose, который я тоже показывал, он тоже развивается, и он тоже, надеюсь, станет более лаконичным со временем, потому что я показывал самое приятное выражение с апдейтом, которое выглядело как-то вполне понятным образом с таблицей, да, а там есть и менее удачные, в смысле лаконичности, выражения, которые, надеюсь, улучшатся. Вот, значит, тем временем можно убедиться в том, что все радостно скомпилировалось с какими-то минимальными замечаниями, но запускать это, к сожалению, без толку, потому что оно не запустится, я проверил. Ну, из-за какой-то проблемы с Jetty, я просто потом разберусь, что у меня там с Jetty сломалось. Вот, это касательно того, о чем я обещал рассказать. Еще обещал рассказать вот об этом, где можно почитать про Kotlin больше. Можно почитать по-русски по ссылке на Kotlin Challenge. Kotlin Challenge — это олимпиада по Kotlin, которую мы проводили, и 29 апреля будет финал. Ну вот, по-моему, из Омска никто финал не прошел, а из Перми прошел. Это самый близкий город к Омску, из которого Навык прошел, это Пермь. Из Москвы, из Москвы еще народ был, из Питера несколько человек, и из Мюнхена, и из Сан-Франциско. Ну, то есть такая вполне интернациональная команда финалистов получилась. Вот, а почему я это рассказываю? Потому что в описании конкурса, среди прочего, есть русскоязычное введение в Kotlin, если кому-то не читать по-английски, то по первой ссылке там есть то же самое на по-русски. На сайте kotlin.jetbrains.org, как я уже сказал, есть даже возможность в онлайне попробовать что-нибудь написать на Kotlin, и на обсорсе лежит полный код Kotlin. А здесь вот еще есть мой e-mail, на случай, если вдруг вам понадобится, и я в Твиттере. В Твиттере бывает, как даже быстрее, чем по e-mail, поскольку e-mail я читаю, когда ноутбук под рукой, а если я в самолете, то Твиттер надежнее. Ну, то есть он быстрее прочтется. Вот. Это, в принципе, все про Kotlin. Еще было маленькое дополнение. Вот мы тут в кулуарах как раз обсуждали, что да, компилятор совершенно точно, это можно даже посмотреть на
в нашем TeamCity, откуда можно скачать, собственно, свежие версии Kotlin. Компилятор можно получить отдельно от плагина. В плагин компилятор входит, но можно компилятор скачать просто так и пользоваться им отдельно от IDE. И с Maven and Santom интеграция тоже есть. Ну и, как я говорил, плагин к Eclipse существует, и я еще раз проверил на нашем билд-сервере, что он там сейчас вполне живой и продолжает собираться. Вот. Теперь следующая часть, которая предполагалась, собственно, сегодня в качестве второй части доклада. Я постараюсь ее сделать чуть-чуть короче. А в конце еще успею что-нибудь рассказать про нашу поддержку Java 8. Там ничего феерически такого удивительного не будет. Примерно то, что вы ожидаете от идеи в части поддержки любого языка. Просто Алексей рассказывал хорошо вначале, какие в языке появились новые фишки, а я хочу показать, как они поддержаны в идее. Значит, сейчас, поскольку не все из нас с IntelliJ IDE работали раньше, короткое такое архитектурное обозрение, как эта штука устроена, и почему именно так, и какой из этого всего толк. Значит, у IDE есть платформа, которая называется IntelliJ. IntelliJ — это open-source платформа, она с 2009 года лежит на GitHub, ее в 2009 году открыли, и на ее базе построены все наши IDE, и не только наши. Например, Google давеча примерно год назад решил, что будет делать свою собственную Android IDE, и сделал, не оставляя при этом поддержку Eclipse, с Eclipse тоже все в порядке у Google, так вот, сделал, собственно, IDE с некоторой нашей помощью на базе платформы IntelliJ. Называется она Android Studio, и наверняка те из вас, кто разработали Android, занимаются, уже ее пробовали, поскольку она существует более-менее в таком продакшн-виде с осени. Но, правда, релиза еще не было официального, но пользоваться ей можно. Вопрос? Ага. Она сначала вообще плохо собиралась, сейчас ничего. Да, конечно. Вначале, когда ее только анонсировали, она, ну, в общем, не очень вообще работала, потому что там много чего еще вообще не работало в самом начале. А осенью с версии где-то 0.8 она стала вполне приличной уже. Вопрос такой. Совсем было понятно, или до сих пор не ясно. Вот эту студию, Android Studio, кто разрабатывает, какие права Google? Ага, да. Это очень интересно. Да, это будет буквально вот через пару слайдов. Значит, Android Studio делает Google полностью. То есть мы к Android Studio имеем отношение только в том смысле, что мы продолжаем развивать платформу IntelliJ, продолжаем ее выкладывать на GitHub, то есть она остается такой же открытой, как раньше. И мы работаем вместе с Google, они работают над андроидной частью, мы над платформой. Выглядит это следующим образом. Это выглядит таким образом с момента, когда мы с Google договорились, что мы будем им помогать делать Android Studio. Ну, в каком смысле помогать, да? Google пришел и сказал: ребята, мы хотим на платформе IntelliJ сделать Android Studio. Окей, сказали мы, она лежит на GitHub, открыта под лицензией, под которой можно все что угодно делать. Ну, говорит, нет, нам немножечко нужна помощь, поскольку мы хотим сделать много таких интересных фишечек, мы хотим, чтобы вы нам все-таки помогли. И JetBrains с Google договорился, что денег никто никому не платит, ни мы им, ни они нам, но мы разделили репозиторий, он там изображен в левом нижнем углу, репозиторий, который с 2009 года был на GitHub, на две части, они нарисованы равными, на самом деле, конечно, та часть, которая Android, она поменьше по объему кода, и одна часть это вот Community Edition, вместе с платформой, но без всего, что относится к Android, а вторая часть — это то, что относится к Android. И мы склонировали эти два репозитория Google, у Google своя копия, у нас своя копия, и, соответственно, мы контрибьютим в основном в платформу, немножечко в андроидную часть, это было, ну вот осенью как раз мы еще что-то туда писали, я не думаю, что сейчас это реально что-то мы сами дописываем, это, по-моему, Google вполне сейчас с этим справляется сам. Соответственно, новинками временами обмениваемся посредством синхронизации репозиториев. Никакого регулярного обмена нет, то есть нет там правила, что мы, допустим, каждую неделю производим синхронизацию, она реально происходит примерно раз в месяц, наверное, поэтому если вы берете какую-то свежую Android Studio, вполне возможно, что вы используете не совсем свежую версию платформы, не самую последнюю,
И когда вы используете Community Edition, вы, наверное, используете не самый последний Android-плагин, который тогда можно поставить. Но более-менее это синхронизировано, поэтому выбирать, что использовать, нужно из соображений, в общем, которые не имеют отношения к функциональности, скорее не имеют отношения к личным предпочтениям, там, на любви к некоторым фишечкам, которые где-то уже появились, где-то еще нет. И чуть-чуть позже я про это расскажу. Значит, в принципе, предполагалось, что я сейчас быстро расскажу, о чем, собственно, хороша наша платформа, почему Google ее выбрал. Потому что, например, половина присутствующих и так хорошо знает, чем она хороша, а вторая половина почти что на слово верит. Но я все-таки хочу к тем пунктам, которые мы сейчас вот на слайде видели, добавить немножко мяса для костей, чтобы это выглядело не просто как скелет некий, а некое тело, на которое приятно посмотреть. Вот, например, стандартная, отчасти такая маркетинговая фраза, которую любят повторять на каждом мероприятии, где заходит речь про то, чем идея лучше, чем что-то другое, это то, что идея понимает контекст. А что это значит, да? Типичный пример — это когда мы берем что-нибудь такое, сейчас мы возьмем тот примерчик с 8-й Java, например, да? И вот здесь у нас есть некий legacy код, или мы просто забыли, что можно использовать лямбды. У нас вот есть некий anonymous класс, и мы нажимаем Alt-Enter, и нам предлагается некое действие, которое в этом месте можно сделать. Да? Это есть понимание контекста, когда предлагается некий набор действий, которые можно сделать именно здесь, именно с этим кодом. И, соответственно, мы можем пофиксить это в одном файле или даже запустить инспекцию на весь проект или там на какую-то часть проекта. И идея заменит нам anonymous класса на лямбды во всем коде. Там можно вот так вот показать, как это будет сделано. Вот здесь можно выбрать, что, собственно, мы хотим, сказать снова Alt-Enter. И вот здесь вот, значит, будет replace. И у нас случился replace. Вот он, пожалуйста. Ну, соответственно, вот такая штука — это понимание контекста. Особенно она заметна веб-разработчикам, работающим с разными языками в пределах одного проекта. Предположим, пишу я код, здесь вроде как все в порядке, можно признаться, пишу я код на PHP. Там, естественно, есть какой-то HTML, генерирую, может быть, какие-то классы, значит, какой-то CSS генерируется. Может быть, мне нужно еще там с базой данных работать, тоже вполне естественно, значит, какой-то SQL. Плюс еще JavaScript, если я какие-нибудь формочки делаю, там проверочка полей, в JavaScript приятненько сделать все. Вот у нас набирается 5 языков на один проект, может даже на один файл. Я хочу, например, сделать рефакторинг какого-нибудь куска этого кода. Допустим, я хочу поменять имя переменной в моем PHP-скрипте. Но, разумеется, имя name у меня еще встречается в хорошо, если не название класса где-нибудь в CSS, и уж наверняка в полях таблицы в SQL оно тоже есть. Ну, соответственно, да и в JavaScript грех там такого имени не завести тоже. И мне нужно сделать рефакторинг так, чтобы у меня не поехало все остальное, да, потому что с JavaScript еще куда не шло, если я начну менять поля в обращении к таблице в SQL, да, будет совсем кривовато. Потому что таблицу я, может, не хочу трогать совсем, она вообще, может, не моя. Идея как раз в каждый момент времени понимает, с каким языком она имеет дело и где нужно менять что-то при рефакторе. Делается это достаточно естественным образом, потому что идея на ходу, по мере того, как мы ее печатаем, строит синтаксические деревья. Если у нас в проекте, даже в файле, да, несколько языков, то каждый язык строится свое синтаксическое дерево, и в отличие от других IDE, как, значит, политкорректно принято выражаться, значит, не просто в отличие от конкретной идеи, а в отличие от других идей. В идее, когда вы замираете клавиатурой на 400 миллисекунд, запускаются фоновые процессы, в частности, значит, всякая индексация и прочее. Ну, запись, разумеется, значит, если у вас фокус ушел из окна, тоже происходит запись. В этом смысле идея быстрее реагирует на то, что вы печатаете, чем, например, ну, скажем, прямо Eclipse. Значит, это совершенно нормально, поскольку Eclipse, для того, чтобы вам сделать индексацию, предложить нормальное дополнение, нужно файл записать, потом скомпилировать. Он делает достаточно быстро, естественно, если у вас файл не слишком большой, но идея это делает еще быстрее, просто потому что память содержит синтаксические деревья.
по мере набора. Да, если вы нажимаете клавишу, то идея тут же переключается в интерактивный режим и начинает реагировать на нажатие клавиш, потому что нельзя заставлять пользователя ждать. Ну, тем, у кого телефон с андроидом, особенно старый, это очень хорошо знакомо. Да, вы нажимаете на кнопку, и он заставляет вас ждать, что ужасно. У меня нет случайно кого-нибудь, кто работает на компанию HTC, нет? Нет? Жалко. Я бы сказал. Ну ладно. Ну, в общем, если случайно кто-нибудь знакомый есть, кто-то на них работает, расскажите, что когда нажимаешь на кнопку звонка, ну, трубочку, да, и потом набираешь номер, нажимаешь позвонить, у меня телефон ждет 34 секунды, я мерил. Вот 34. Это немножко чересчур. Ну, понятно, что это просто повезло, что бывают более, как бы менее запущенные случаи. Но вот, короче, это я к тому, что хорошо, если некий инструмент, которым вы пользуетесь, он сразу реагирует на нажатие на кнопку. Потом есть еще в идее такая полезная штука, как Smart Code Completion. Это когда в то место, где можно что-то подставить, подставляется именно то, что в этом месте есть. Вот возвращаясь, к примеру, с 8 Java, допустим, вот такую штучку сейчас, вот, хорошая заготовочка, вот такая вот. Вот, допустим, тут что-то такое есть, сейчас мы начнем это дело. Прибьем. Вот, скажем, там что-нибудь такое. Ну, всякие лайф-темплейты — это обычное дело. А вот дальше, например, вот, скажем, что-нибудь такое. И здесь, вот если мы скажем просто Ctrl-пробел, то это совершенно нормально. Нам и Eclipse, и идея подставит сюда что-нибудь такое более-менее подходящее. А в идее есть еще такая красивая штука. То же самое с шифтом, Ctrl-Shift-пробел, и она представляет то, что сюда подходит по типу. Да, потому что если мы писали runable, то что попало сюда уже ставить не надо, здесь уже пора лямбду ставить. А если PHP? Но это в разных языках есть, на самом деле, вот как раз помните картинку с платформой и разными кирпичиками на платформу сложными, да? Одни кирпичики сложишь, получается PHP Storm, другие кирпичики Android Studio, третьи кирпичики IntelliJ IDEA. Вот это как раз из той оперы. Есть платформа, которая содержит некую функциональность, то есть вот возможность сделать Smart Code Completion. А плагины, которые вставляются в платформу, они либо умеют это делать, либо нет. Да? Если плагин, который мы написали для PHP, Smart Code Completion понимает, значит это будет работать. Ну, для PHP, конечно, понимают, это я могу гарантировать, потому что PHP, ну, такой плагин, в общем, его все используют, и, понятно, в PHP Storm это тоже есть. А может быть, если это какой-то сторонний плагин, который мы не писали, в нем какие-то вещи еще не поддержаны. Но, так или иначе, возможность сделать такую подстановку именно с учетом типа, которое выражение, которое здесь годится, в идее есть, и это очень классная работа. Ну, по поводу контекста тоже понятно, всякие очевидные вещи, типа нажали кавычку, появилось сразу две, там, скобку, фигуру, но это тоже все понятно. Так, возвращаясь к нашей красоте. Кроме этого, вы видели, да, что список, который выдается при completion, например, он достаточно короткий. Это имеет на самом деле две причины. Первая причина — это то, что там действительно может быть не так много элементов, да? А вторая причина в том, что вам на самом деле много и не надо. Любой нормальный разработчик не хочет получить простыню на 150 элементов, ему нужно вот несколько. Да? Потом, если из этих нескольких показанных на экране, первых пяти, допустим, нужного не нашлось, можно сделать скролл. Тонкость состоит в том, что пока показаны 5, остальные 150 ищутся. И кажется, что все работает очень быстро. На самом деле оно может работать не так быстро, как кажется. Просто пока мы смотрим на эти 5 элементов, да, еще 150 подгружаются, дальше мы начнем делать скролл, уже все, что нужно, подгрузилось. Это еще один такой вот интересный юзер-интерфейс момент, и если вы такие штуки сами делаете, этим можно пользоваться, потому что, ну, понятно, что человек не может сразу охватить взглядом там 150 элементов. Например, я иногда рассказываю про бактрекеры, и вот когда я работал с Unreal System, там был совершенно замечательный самописный бактрекер, на Java тоже написанный. Он для каждого issue, которое нужно было ему зарепортить, предлагал форму из примерно 14 полей, некоторые из которых представляли собой выпадающие списки на 150 элементов. Вот это, на самом деле, было совершенно замечательно, за исключением того, что пользоваться было очень тяжело. Потом
про то, что идея работает сразу после установки, я распространяться не буду, это довольно стандартная вещь, ну, каждый сталкивался, видит, да, там, меньше настраивать, тот же Android, да, если вы поставили идею, запускаете, то сразу можете писать проект под Android, если у вас, конечно, SDK скачан. Идея его найдет сразу, там все будет в порядке. А вот если у вас, допустим, какая-то другая идея, то я проверял, к сожалению, такой красоты не случается, хотя, к счастью, есть бандлы, которые, значит, и тенденции в Eclipse позволяют скачать сразу бандл все вместе для разработки под Android. Но, правда, качать больше, устанавливать тусовочнее. По поводу производительности труда, любая IDE, в общем, занимается 5 важными вещами. Да? Это обеспечивает, ну, кроме базовых таких вещей, как запуск компилятора, интеграция с дебаггером и редактирование текста, в процессе редактирования текста вы имеете 5 основных возможностей. Да? Автодополнение, навигация по коду, генерация кода, рефакторинги и инспекции. Ну, рефакторинги, вот, это, на самом деле, довольно красивая штука, я показывал, как с 8 Java рефакторинги работают. Существуют значительно более сложные рефакторинги и красивые рефакторинги по экстракт класс, когда вы кусочек класса, какие-то свойства вынимаете в другой класс. Довольно симпатично выглядит, иногда бывает полезно. С генерацией кода тоже все хорошо. Вот, вот как раз опять же в кулуарах обсуждали, что очень приятно, если значит, в андроидном проекте можно сразу сгенерировать кучу разного кода. Кстати, если успею, еще покажу layout editor. Если нет, можете поглядеть сами. В идее есть новый layout editor, который на самом деле написан как раз Google, такой же, как в Android Studio. К моему большому удивлению, он отличается от layout editor в Eclipse. Потому что я думал, что Android Studio и Eclipse будут иметь одинаковые layout editor, и вы, значит, графический конструктор экрана, значит, с палитрой элементов, вы сможете и там использовать один и тот же. К моему удивлению, в Eclipse он более старый и менее функциональный. То, что не все знают, в идее есть такая забавная штука Productivity Guide. В пункте Help есть значит, какой-то там пятый сверху, по-моему, пункт, где можно посмотреть, какими фичами идеи, сколько раз вы пользовались с момента ее установки. Поэтому, если вы не сносили каталог с настройками, то она вам покажет количество фич не в этой версии, а вот с момента, как вы поставили идею, там, ну, какую версию вы вставили, там, не знаю, 9, 10, 8. И этот скриншот, это не мой скриншот, не буду хвастаться, это скриншот моего друга Коли Чашникова, который ведущий разработчик идеи, и вот он сам использует разные фичи, и можно видеть, что некоторые из них за пару лет он использовал больше сотен, даже до 200 тысяч раз, что на самом деле является неплохим аргументом в разговоре. Мы тут обсуждали тему, как объяснить начальству, зачем, собственно, нужно ставить хорошие IDE вместо никаких IDE. Вот чем, значит, идея лучше, чем Notepad? Тем, что если вы 200 тысяч раз использовали автокомплишн, на каждом вы сэкономили, там, допустим, 5 секунд, вот 1 000 000 секунд за 2 года, значит, это несколько рабочих дней, там, недели 2 примерно. Соответственно, компания это может приносить вполне ощутимую выгоду по времени, да, которую можно оценить в деньгах и посчитать, выгодно ли это, если купить всем разработчикам по версии. Возвращаясь к отличию IntelliJ IDEA от Android Studio. Значит, главное отличие — IntelliJ IDEA делает JetBrains, Android Studio делает Google. Поскольку у нас нет никаких договорных отношений между JetBrains и Google на тему того, как это все будет развиваться, да, формально сейчас и Android Studio, и IntelliJ IDEA открывают оба типа проектов — и гугловые, и идейские. Значит, вообще-то проектная структура там разная совершенно. Потому что в Android Studio проект основан на Gradle, и, соответственно, там основное описание проекта — это build Gradle, а в идее свой собственный билдер и, значит, свой каталог .id, в котором лежит вся проектная информация. И тем и другим инструментом вы можете открыть и тот, и другой вариант проекта, но, в принципе, никто не обещает, что Google всю жизнь будет поддерживать нашу билд-систему. С другой стороны, мы, например, не намерены отказываться от поддержки Build Gradle. То есть мы Gradle поддерживаем, поэтому у нас там точно все откроете. А там как будет в Android Studio, ну, надо будет посмотреть. То есть существенное единственное отличие — это разная структура проектов и разные билдеры, соответственно. В принципе, немножко отличается функциональность Android Studio и IntelliJ IDEA Community Edition, а сравнивать, естественно, имеет смысл именно Community Edition и Android Studio, потому что Ultimate Edition, она, во-первых, платная, да, а во-вторых, в ней много чего такого, чего
нет в Android Studio и не будет никогда. Я сейчас покажу, что именно. Так, а интеграцию с TeamCity я чуть-чуть позже скажу, хотя она тоже интересна и важна, и, соответственно, плагин TeamCity тоже ставится в Ultimate. Вот, собственно, то, что я хотел показать. Значит, у нас есть простое приложение. Говоря у нас, я имею в виду себя и нас всех здесь. Это, разумеется, приложение не коммерческое, это просто тест, который мне нравится. Я его сам написал. Тест, по сути, он достаточно простой. Мы имеем набор каких-то проектов и меряем время, которое затратили на каждый из них. Нажали кнопочку, проект позеленел, время пошло считаться. Нажали кнопочку еще раз, он нам посчитал количество секунд, которые мы потратили на этот проект. Ну, то же самое можно сделать с остальными проектами. Это все довольно понятно. И, ну, понятное дело, что в реальной жизни секунду можно считать не очень важно, но так это срабатывает. Значит, есть несложный код, который это делает. Понятное дело, что там ничего особенно сложного быть не может. Пишется это все в локальную SQLite базу, что, собственно, и интересно. Значит, что я хочу здесь показать, это то, как можно работать с базами данных в IDE Ultimate. В комьюнити этого нет. И это как раз для меня существенное отличие и существенная причина, по которой я скорее буду работать с JavaScript-овыми проектами в PHP Storm, а не в Web Storm, и с Android в IDE Ultimate, а не в Community Edition, потому что в бесплатных и в совсем простеньких типа Web Storm IDE нет database support. Значит, мы нажимаем тут F4, видим, что что-то многовато что-то написано. Попробуем сделать синхронизацию. Сделаем синхронизацию. Так. Nice. Это мы можем прикрыть. Еще раз базу данных проектов. Нажимаем F4 и получаем нашу актуальную базу здесь в табличке. Да? Мы можем прямо из IDE работать с базой данных. Разумеется, то же самое возможно и с любыми другими базами данных, с серверами баз данных. Да? Я показываю это просто на примере SQLite в Android, поскольку это относительно недавняя штука, они не все знают, и она появилась только осенью 2013 года, ну, меньше, чем полгода назад. А вообще-то, естественно, работа с базами в IDE существует давно. И database support — это одна из самых приятных фишек идеи, потому что вы можете, например, при переходе, ну, скажем, с MySQL на Postgres ничего не менять в ваших привычках работы с базой. Да? То есть если вы с ней общались через интерфейс прямо здесь в IDE, то можно и продолжать общаться. Давайте что-нибудь здесь поменяем. Да? Тут, например, напишем что-нибудь симпатичное вот такое вот. И, естественно, теперь нам нужно эту информацию как-нибудь залить обратно в базу, потому что если мы работаем с сервером баз данных, это все происходит в онлайне, потому что здесь стоит галочка автокоммит. А если мы работаем с Android, понятное дело, нам нужно эту базу как-то залить на устройство, поскольку устроено технически это так. Когда я здесь говорю synchronize, происходит скачивание данных из устройства, складывание их локально на мой ноутбук, потом происходит обращение к этим данным через стандартный JDBC к SQLite, то потом нужно их загнать обратно на устройство или эмулятор. Поэтому сейчас мы говорим слово upload. Где у нас слово upload? Upload. Опс. Да ладно. Раньше было. Поменялось что-нибудь? Само это стало делать upload. Я буду удивлен, если это так. Ну окей, допустим. Сейчас проверим. Может быть, уже стало само делаться, это было бы любопытно, потому что предыдущая версия так не умела, но у меня стоит самая последняя версия идеи, поэтому будет забавно, если это так и есть. Окей. Значит, еще раз синхронайз. Ну, здесь вроде ничего не поменялось. Сейчас проверим, получилось или нет. Значит, здесь, естественно, еще ничего нет, поскольку это вьюшка. Нужно сделать обновление вью для того, чтобы посмотреть, что у нас там на самом деле. Так, это у нас какая-то реклама. Опс. Так, здесь все правильно, в том смысле, что они размножились, это нормально, а то, что не закачалось, это ненормально, и это, значит, предмет рассмотрения вопроса, а почему здесь отсутствует прекраснейшая функция upload? Может, она должна быть не здесь где-нибудь? А, так. Так, вот видите, как хорошо, мы нашли багу, по-моему. Это довольно любопытно, поскольку раньше она радостно присутствовала вот прямо здесь. А это мы уже сделали, это как раз не имеет никакого значения.
Значит, да, автокоммитом, это не так принципиально. Автокоммит не стоит, но в случае с автокоммитом в локальную базу это не имеет никакого значения. Значит, тут еще можно посмотреть, каким-то образом сюда вытаскивалось, но я-то хочу сделать честный upload. Так. Я бы, честно говоря, на ее месте не умел делать upload потаблично, а продолжал делать upload по-базно, потому что это происходит просто через обычный ADB Connect. И там ничего... файл, да? Да-да. Поэтому... ну, то есть это то же самое, что зайти в ADB Shell, сказать SQLite 3 с длинным путем к базе, вытащить или стащить обратно. Любопытно, что оно натурально мне не делает то, что я прошу. Так, консоль, это все замечательно. И что, вот он прямо мне так и не захочет этого сделать, да? Какая, однако, зараза. Ну хорошо. Нет, это на самом деле нормально. Это месть за хорошую погоду, потому что нечего тут было радоваться хорошей погоде. Так, update is in progress, говорит оно. Click to cancel. В каком месте оно in progress, трудно сказать. Но пока крутится, будем считать, что in progress. Если не докрутится, я это зарепорчу как баг, поскольку это свежая, значит, идея. Может быть, в ней что-нибудь умудрились сломать в этом месте. Но, значит, если нам повезет, то вот этот вот прогресс, как его назвать, circle, докрутится, и апдейт пройдет автоматом. Потому что раньше он требовал явного указания слова апдейт, теперь не требует, но зато и не работает. Окей. Значит, почему здесь появились еще какие-то элементы? Потому что, сейчас покажу почему, потому что вот здесь есть явным образом вызываемый insert, который вызывается при каждом обновлении вьюшки. Ну, это просто было так удобно сделать, чтобы не думать о том, чтобы до теста ничего не загонять. Так, хорошо. Тем временем я хотел показать еще одну вещь, надо сказать, которая довольно интересна в плане интеграции идеи с TeamCity. А кто из вас уже пользуется TeamCity? Или Дженкинсом? Нет, без «и». Окей. На самом деле достаточно «или», поскольку мне было важно представить себе, ну, насколько вы часто работаете с каким-нибудь Continuous Integration, потому что тут давеча была забавная история. Я в Минске общался, ну, правда, не с разработчиками такими уже хардкорными, а со студентами там вторых-третьих курсов университета, но компьютерными студентами, то есть они учатся разработке. Говорю, знаете ли вы, что такое система контроля версий? Они так, вообще никто. Но сидит там человек 40, ну ладно, думаю, странно, конечно, немножко, вроде к третьему курсу пора бы знать, но может там не рассказали. Ну потом, значит, о чем-то еще рассказываю про систему контроля версий, они внимательно слушают, а потом по ходу дела спрашиваю, ребята, что вы пользуетесь GitHub'ом? И все поднимают руки, ну конечно, мы знаем GitHub, мы им все пользуемся. То есть просто как бы люди не ассоциировали GitHub с понятием системы контроля версий. Поэтому да, окей, я понимаю, что все чем-то пользовались, значит, кто-то TeamCity, кто-то Jenkins'ом. Поэтому я покажу, как это все интегрируется с TeamCity, а заодно и с U-Track. То, что U-Track пользовались не все, я совершенно уверен, ну, редко где можно встретить 100 человек, которые все пользуются U-Track. Обычно, ну, примерно 10 пользуются U-Track, а еще 80 Jira, а еще 10 не понимают, о чем вообще речь. Значит, U-Track, который вы сейчас видите на экране, это, собственно, баг-трекер, которым мы сами пользуемся. Мы его радостно, значит, отдаем бесплатно, если у вас меньше 10 пользователей регистрируется, и там менее бесплатно, если больше 10. Значит, допустим, мне кажется, что чего-то у нас вот тут в нашем приложении не хватает. Мне кажется, что тут там маловато видно полей. И я пишу, значит, какое-то issue, пишу, значит, здесь в проекте, который называется Android App. Там что, значит, не все видно. Я традиционно пишу это по-английски, потому что наш собственный трекер, он предполагает необходимость написания всего по-английски, чтобы не было слишком много дублей на разных языках, да, чтобы в одном и том же баге не писали по-английски, там, по-русски, по-французски и по-японски. Но вообще-то U-Track поддерживает 5 языков, русский в том числе. То есть можно его заставить говорить по-русски, включая все, значит, служебные поля и все такое прочее. Создаю некое issue,
Вот оно сейчас тут радостно создастся. Создастся. А? Нет, я его не вижу. Самый верх. Самый верх? Он зачеркнутый. Это не тот. Должен быть какой-то более правильный. Once again. А, я знаю, в чем дело. Я знаю, в чем дело, знаю. Это моя обычная привычка. Есть юзабилити проблем. Сейчас мы с вами ударились в юзабилити проблем. Дело в том, что нормальные люди юзабилити используют только с клавиатурой. Поэтому, когда они заполнили все эти поля, да, они нажимают Ctrl-Enter. А если они нажимают Ctrl-Enter, а вместо этого тянутся вот к этому, к этой большой кнопке, то это на самом деле неправильно, поскольку нужная кнопка находится внизу и другого цвета. Вот я нажимаю Ctrl-Enter, все получается правильно. Вот сверху, видите, написано Reported. Значит, уже все хорошо. Ну а теперь мы такие обновим, получим все, что необходимо. Все хорошо. Значит, обратите внимание, это issue. Тут действительно можно все делать с помощью клавиатуры. Абсолютно все, да? Вот мы открыли, вот мы можем тут посмотреть, что есть. Можно. В данном случае все точно работает, поскольку Gitrack никто не ломал. От версии Java не зависит. Значит, обратите внимание, здесь тип, тут уж я воспользуюсь мышкой, не чтобы что-то поправить, а чтобы просто показать на экране, да? Значит, тип у нас, естественно, bug, состояние submitted. Принято в работу, так сказать. Теперь мы идем вот сюда, а это у нас, собственно, сервер Continuous Integration, который TeamCity. И сейчас мы поправим наш баг. Где он у нас есть? Вот здесь, да? Поправим наш баг. Ну, скажем, вот так вот, да? Будем считать, что это исправление бага. Вот здесь мы напишем, что мы решили, что баг номер 43 мы пофиксили. Ну, допустим... Ой, нет, это я размахнулся. Описали мы в commit message, что сделали, да? И говорим, что мы хотим... commit and push, а push у нас сейчас произойдет на GitHub, если он не лежит. Значит, практика показывает, что примерно в одном случае из 10, когда я показываю эту картинку, GitHub лежит. Но не сейчас, к счастью, сейчас не лежит. Сейчас произойдет push, вот он там зелененькую нотификацию выдал, что push successful, все хорошо. На GitHub ушел новый код, и мы сейчас увидим, как он здесь подхватится. TeamCity, естественно, умеет проверять по умолчанию раз в минуту, как там дела в нашей системе контроля версий, не обновилось ли что-нибудь. Если обновилось, то, значит, вытягивает это что-то, и дальше происходят некие действия. Какие? Давайте посмотрим, что у нас здесь в build steps указано. Нормально, все правильно указано. Значит, во-первых, ищем дупликаты, во-вторых, запускаем IntelliJ IDEA Project, то есть внешний билдер IntelliJ IDEA, который... Ну, собственно, обычный наш билдер, просто вытащенный из идеи. Давайте возвращаемся обратно, посмотрим, как у нас дела. Значит, тут у нас указано, что есть агенты живые, свободные, значит, compatible и незанятые. Агент тут всего один, он работает на моем же ноутбуке, и вообще тут абсолютно все работает на моем ноутбуке, за исключением GitHub. GitHub настроен у себя. Вот. А все остальное, значит, оно здесь. Так, это нам... не принципиально, а я хочу посмотреть, что у нас здесь. 10 апреля это явно не сегодня, значит, пора бы ему что-нибудь обнаружить. Обнаружил. Видите, значит, нашел одно изменение, можно посмотреть, какое. Вот такое, тут commit message сразу пишется. Пишется в каком файле. Вот, замечательно, значит, все правильно указано. Можно тут же посмотреть, какие изменения. Естественно, тут все это умеет показываться в больших подробностях. Важное преимущество по сравнению с, насколько я знаю, Дженкинсом. Поправьте меня, кто эксперт по Дженкинсу? Есть? Есть, отлично. Вот здесь по ходу билда можно смотреть билд-лог. Дженкинсе можно. Можно тоже, да? В любом месте, с любого... Можно и в реальном времени также обновлять. Можно, да? Отлично. Потому что... Чанками. Строчками или чанками. Не, просто вот раньше, по крайней мере, это было отличием. И знал, что в Jenkins раньше это... И вот, говорил, смотрите, вот такая штука тут есть. Значит, здесь сейчас запускается вытаскивание данных с GitHub, потом запускается поиск дупликатов. Почему я показываю поиск дупликатов?
Просто потому, чтобы показать, что существуют разные рандеры, которые много чего умеют делать. Да? В принципе, можете свой написать, но и там в конфигурации довольно много разных вариантов есть. Собственно, можно там в build step выбрать кучу всего, начиная с поиска дупликатов разного вида, да, и заканчивая вот Xcode Project, если вы под iOS что-то пишете. Вот. Плюс самое главное, на самом деле, самый главный раннер, на мой взгляд, это command line. Я как значит, давний любитель Unix и принципа, что каждый тул должен уметь делать только одну задачу, но делать ее хорошо, я люблю, когда что-то можно запустить с командной строки, и здесь это можно сделать, в частности, таким образом можно делать continuous deployment. Если вам удобно куда-нибудь задеплоить тулом, который у вас есть в командной строке. Ага, да, собственно, даже меньше понадобится. Значит, сейчас я покажу, как у нас там дела с билдлогом. Вот у нас уже прошел поиск дупликатов. Вот там даже что-то, наверное, нашлось. Или не нашлось, сейчас посмотрим. Ну, раз говорит upload, значит, что-то нашел, да. И вот у нас прошла сборка модуля со всеми, значит, волшебными словами, которые здесь в логе появились. И теперь мы можем вернуться обратно, посмотреть, что у нас там за дупликаты найдены. Вот они такие красивенькие прямо здесь показываются. Значит, какой-то у нас тут код дуплицированный. Это на самом деле нормально, так и должно быть. Вот у нас есть какие-то артефакты. Значит, там какие-то служебные. Вот у нас overview. И еще раз, я хочу это поставить вот в таком виде. Вот, а здесь у нас нет сборки, потому что мы ее там не заказывали. Вот, значит, таким образом мы еще можем посмотреть, как тут все прошло. Билд зеленый, commit message вот такой записан. Возвращаемся обратно, говорим волшебное слово «обновить» и обращаем внимание на то, что из состояния submitted наш тикет перешел в состояние fixed, и здесь он стал сереньким и перечеркнутым, потому что мы пофиксили нашу багу. Билд собрался зеленый. Вопрос? Вопрос, он пофиксился после коммита или после того, как мы собрали? Конечно, после сборки. После сборки. После сборки это видно вот откуда. Значит, можно зайти здесь в настроечки. Сейчас покажу куда. Вот здесь есть TeamCity Integration. Вот он. Вот здесь указано, что наш TeamCity сервер это настройки U-Track, да? Вот это у нас U-Track. Значит, наш TeamCity сервер находится вот по этому адресу, вот проект, который нас интересует, вот нужен, он синхронизировался в 12.56 это московское время, и билд прошел с ним все в порядке, и поэтому мы получили там такой эффект, что по зеленому билду он сделал то, что написано в commit message. Что было в commit message написано? В commit message было написано номер бага и fixed. Естественно, есть руководство по написанию правильных commit message. Там можно не только делать фикс, там можно переводить его в другое состояние, можно назначать на человека, который должен делать manual verification и так далее. Вот. И U-Track и TeamCity имеют вполне прилично документированные REST API, поэтому можно к ним приделывать любые свои так сказать, оболочки, если нужно, интегрировать их с чем нужно, хотя они, в принципе, много с чем сами умеют интегрироваться. Вопрос можно? Да. Коммит-месседжи нет уже автокомплита, да, фикс, либо там. Нет, не настолько круто. Теоретически, я, конечно, буду рад, если он там вдруг появился. Вот видите, тут значит, есть всякие волшебные словечки, что там push нотификация пришла, что все хорошо. Вот там нам, если нажать на details, там внизу открылось окошечко, в нем написан наш build-log. Вот, а здесь я сейчас попробую нажать Ctrl-K. И в commit message попробовать вызвать автодополнение какое-нибудь. Нет, он такого дополнения не понимает здесь. Но, кстати, хороший фича request, если вы нам в U-Track его запишете, это будет довольно прикольно. Правда, да. Смотрите, вот зачем вам под виндой показывать, что можно делать под маком? Почему эта штука... Значит, здесь есть, я объясню вопрос. Значит, вопрос был, зачем под виндой показывать то, как можно что-то делать под маком. Это относится вот к чему. Когда я нажимаю какую-то комбинацию клавиш, там в нижней строчке пишется, как я это делал здесь и как это можно сделать под маком. Это просто плагинчик, отдельно поставленный специально для презентации, чтобы я не говорил, я нажал сейчас такую-то штуку, да? Потому что я же много нажимаю не мышью, а руками.
А все видели, что я нажал. Скорее всего, просто при разработке плагина было так проще сделать, да, не детектить систему, а сразу показывать то и другое. Плюс к этому может так получиться, что это я вот показываю под виндой, да, у меня просто так случилось, что винда стоит. А представьте себе, что я показываю под виндой, а вы все сидите с маками. Или чаще... Ну, не знаю, это бывает довольно часто, когда мои коллеги куда-то приезжают, у меня довольно много друзей в JetBrains, которые что-то рассказывают, они ездят с маками. Ну, вот, например, там Андрей Борислав, который про Kotlin рассказывает, собственно, глава проекта Kotlin, у него Mac, да, вот он приезжает про Kotlin рассказать, что-нибудь такое нажимает, а там будет написано, как это сделать под Mac. А он приехал в Омск, и тут, значит, никогда такого не будет, что у всех Mac, да, значит, и все сидят и смотрят, что это интересно, значит, такое значит. Поэтому это, наверное, для пущей политкорректности и совместимости. Вот. Но вопрос был хорошим про Mac. Я Mac не люблю. Да, пригодятся. На самом деле есть два типа сувениров. Первый тип сувениров это мозги, они в коробочках, поэтому коробочку так далеко не запустишь, а вот футболочки, они хорошо летают далеко. Поэтому я тренировался специально, мы когда работали вместе с. У нас просто было время, когда я работал в одной группе с Джеймсом Гослингом, и на мероприятиях саносских. Все у него учились футболочки бросать, он был большой мастер бросать футболочки. Наверное, и сейчас остался, он просто реже это делает, наверное. Вот, поэтому еще хорошие вопросы, поскольку есть футболочки. А, вопросы? О, у меня хороший да. вопрос. Извините за офф-топик. Когда поддержка C-Sharp появится в идее? Поддержка C-Sharp? Ну, вообще вопрос не вкратце. Значит, нет, в идее... А мне нужно! На самом деле, может, задать какие-то вопросы, включая вопрос, там, не знаю, какой бульон мы любим на обед, но... Поддержки C-Sharp в идее вроде как незачем делать, потому что поддержка C-Sharp есть в ReSharper, который наш значит, продукт нет, для Visual Studio. Да, ReSharp это продукт для Visual Studio, а без Visual Studio ничего нельзя сделать с C-Sharp. Без Visual Studio, ну, скажем так, мы не помогаем же делать без Visual Studio. Дополнение ничего, хотя бы вот да. это. Нет, значит, есть некоторая, ну, такая тоже малоизвестная штука. Дело в том, что у ReSharper есть такая... такая реинкарнация. Называется ReSharper Command Line Tool. Это на самом деле отдельная от ReSharper штуковина, включающая в себя все, что можно сделать не в интерактиве. То есть, понятное дело, там не будет автодополнения, но там будут инспекции, например. И у нее есть большой плюс. Она совершенно бесплатная, ставится, например, на TeamCity или куда-нибудь еще. Я не совсем понимаю, читать код на C-Sharp. Читать? Ровно, красиво, с поиском, с переходом. А, понятно, с навигацией, по ходу. Да. Ну, и под Linux'ом. Да. да. Нет, если бы меня спросили, а вот как будет там C++ IDE, это было бы легче отвечать, поскольку C++ IDE уже есть, она в private preview уже рассылается по тем, кто заявки оставлял, и я надеюсь, что летом в какой-то момент уже будет какая-то версия, которая можно будет показывать более широкому сообществу. Поэтому с ней все довольно прилично. А вот поддержка C-Sharp в идее, я таких планов не знаю. Ага. Вопрос по поводу поддержки идеи в SGI, то есть, я так понял, есть ли планы, потому что там какой-то плагин Osmor, он уже устарел и не особо развивается в посольстве. А какой плагин? SGI спецификация, имеется в виду строение модульных приложений, ну то, о чем мы говорим, BND Tools, Eclipse, что-то вроде того. Отличный вопрос. За него точно полагается футболка, я не знаю на него ответа. То есть я не предполагаю, как на него можно дать ответ. Его имеет смысл совершенно точно прислать мне по почте. Там дальше будет моя почта, еще у меня тут есть с собой визитные карточки. Могу сделать, чтобы помнить, что нужно вам отдать. А футболка летит сразу, поскольку в отличие от визитной карточки она умеет летать. А вы их отлично ловите. Да. У меня вопрос по поводу плагина, который с базами данных работает. Да. В нем можно выполнять свои какие-то SQL-запросы да. и видеть результат, да. сложные данные. Значит, сейчас я попробую что-то тут запустить такого, что это умеет с ним так работать. По-моему, здесь я что-то настроил, да, вот если есть Postgres, просто к Postgres проще обращать какие-то запросы, да, поэтому я сюда тащу Postgres сразу, чтобы что-нибудь посмотреть, да? Так. Опс. Вот, а теперь мы говорим, так, тут главное найти это волшебное словечко. Так, это критерий.
текст. Это значит, мы можем что-то такое посмотреть. А можем сказать, например, select. Тут, естественно, есть... Ладно, не надо так, это слишком вообще чересчур. Так, значит, так, select звездочка. From public conference. Да, я... SQL-то я помню. А, русский язык. Так, и говорим так. И вот нам что-то такое, опс, коннекте, где? Потому что это, очевидно, должно быть вот здесь. Да, а если я хочу, например, сказать что-нибудь такое, точку сбега, естественно, нужно убрать, правда? Вот я хочу, кстати, вот так, да, так все будет правильно. Значит, что у нас там было? Conf ID. Conf ID A равно единице execute. А теперь идем сюда. Эть. Что такое? Что-то неправильно сделал. Conf ID. Не, на самом деле, это может быть по-разному, потому что если здесь я что-то сделал, то это не обязательно. Ага. Понятно, он здесь все-таки показывает немножко не то, но query здесь можно сделать, просто... Может, это где-то... Нет, это здесь есть совершенно точно. Нет, uquery это посмотреть то query, которым он вытащил этот результат. Может, это другое кошка? Нет, тут есть, вот здесь вот можно сделать, да. Это можно сделать вот здесь. Select звездочка такие. From, так как он там называется, conferences, думаю, что он так сообразит, where conf id единица. Вот, и дальше его уже можно запустить. Вообще-то он такие вещи делает волшебные. Потому что, нет, потому что, скорее всего, это нужно делать не так. Да, я думаю, что это нужно сделать вот так. Мне так кажется. И попросить его. Да. И он здесь вот внизу выдает табличку, в которой тоже можно все, что хочешь, смотреть. То есть, да, конечно, свои запросы он какие хочешь запустить. Кому-то нужно модерировать этот вопрос. Да я, в принципе, справлюсь. Хранимые процедуры, понимаете? Хранимые процедуры? Да. О, это хороший вопрос. Значит, я его с оракловыми базами не пробовал. Я знаю, что он с ними работает. В Postgres'е тоже не пробовал с хранимыми процедурами. Думаю, что, скорее всего, да. Но голод я сделать не могу. Надо проверить. Да просто написать бигинг и проверить там. Порешайте. Только не сейчас. Окей. Тогда вопрос? Тогда можно подойти после и попробовать. Ага. Чем вызвано отсутствие вот этих вот контекстных фишек, поддерживающих контекст у ваших ближайших конкурентов? Не связано ли это как-то с патентными вопросами? Грубо говоря, что мешает единственным плагинам? Я думаю, что единственное, что мешает стримить других IDE, это то, какая микроархитектура, потому что они же по-разному создавались изначально. Ну, например, там в Eclipse, в принципе, все основано на их собственном компайлере, потому что в Eclipse у них только свой компайлер, да? А у нас поддерживается и Java, и Eclipse компайлер, ну, если говорить про Java. И, ну, просто это по-разному строится, да? Например, у них синтаксическое дерево, ну, фактически строится по факту компиляции, да? В процессе компиляции, а у нас это отдельная совершенно процедура, никак не связанная с компиляцией. Я думаю, что дело в изначальной архитектуре. Ну, плюс к этому, конкретно сейчас, насколько нам известно, Eclipse Foundation не слишком активно вкладывает деньги в развитие, поэтому, может быть, они просто там сейчас не очень сильно озабочены. А в NetBeans это просто никому не надо, потому что NetBeans — это часть полного пакета Oracle по поставке решений сверху донизу. И важно, чтобы было именно сверху донизу, а не самое лучшее на всех уровнях. То есть просто немножко разный подход. А? Вопрос. Вот. Я был показывать много плюшек и вкусностей относительно автокомплита кода, ну и прочих всех вещей.
Мне вот интересует вот момент такой. Я, вот, честно говоря, вот не увидел относительно вот работы с библиотеками, как работать с библиотеками в проекте. Конкретно какая, собственно, головная боль? Боль такая. Есть проект, ну, который, собственно говоря, библиотека, которая реализует определенную функциональность. Виртуальная файл-система под виндой. Есть интерфейсы, соответственно, которые, собственно говоря, мы где-то что-то допилим, что-то доделаем. И имеем какую-то реализацию. Сейчас мне предстоит писать под Mac. Другой интерфейс те же самые, но реализация, то есть мне сейчас придется заново выезжать, смотреть этот продукт, какие реализации этих интерфейсов. И вот, собственно говоря, вот предполагается ли какой-то, ну это немножко, наверное, будет вот, интеллектуально, да, как бы выезжать. Собственно говоря, а что в Маке, то есть что в Маке, какие реализации в Маке этих же интерфейсов, то есть подбор, сопоставление. Речь идет о Java, да. То есть я знаю, что в Маке есть Xcode, да, замечательно, но я в данном случае, вот я как бы вот в Маке и Xcode почему-то я не полюбил. То есть вот сопоставление, есть интерфейс библиотека, она реализована в Винде, есть набор, то, что я быстро как бы понял. Теперь мне это надо реализовывать, понять, какая реализация под этих же интерфейсов в Маке. И что мне придется, что мне там не хватает, потому что когда я взялся за использование библиотеки Винде, мне придется дописывать что-то, чтобы заработать полный объем. А теперь я хочу знать, а что, какие грабли там меня ждут, собственно говоря, на этих же интерфейсах, но ну, под iOS, собственно говоря. Вот. Может быть, это уже более, скажем, более интеллектуальная такая вещь, которая как бы не предполагает, как бы, вот, чтобы идея, ну, как бы, идея это. Подсказал. Я понял вопрос, да. Дело в том, что мне, пожалуй, будет очень легко ответить на него, потому что у меня нет собственного опыта разработки под Mac. Насколько я себе представляю, вообще говоря, Java под macOS должна работать, в общем, так же, как и под Windows и под Linux. Если там действительно есть какие-то специфичные, да, если есть какие-то специфические вещи, реализованные для конкретной операционки, то, наверное, ну, чтобы там я стал делать, попадись такая задача в руки, да? У нас, когда идет обращение к любой библиотечной функции, можно нажать, значит, Ctrl-B, навигация к определению, там, соответственно, типа, функции, интерфейса, чего угодно. Дальше попадаешь в исходный код, в то место, где реализован интерфейс, и смотрим, как он реализован конкретно здесь. Дальше уже придется смотреть, ну, то есть это здесь нет документации, да? Это, например, частая ситуация, так фактически происходит обучение новых сотрудников в компании JetBrains. Человек приходит, и, естественно, когда он берется за какую-то функциональность новую, да, он интересуется, как какая-то штука реализована в платформе. Он говорит, ну как, лучшая документация — это код. И дальше, я вот сам видел, как происходит, когда я с каким-то вопросом прихожу к кому-то, значит, наших главных разработчиков, они говорят, ну, ты что думаешь, мы помним, как это сделано, сейчас посмотрим. И, значит, длинной цепочкой нажатия Ctrl-B, значит, отматывается до того места, в котором, значит, это реально реализовано, и дальше мы уже смотрим, почему это получается так, а не иначе. Но это вот из практики, да, как это происходит. А я думаю, что какие-то конкретные советы по тому, как что-то реализовать под macOS, конечно, IDE вряд ли сможет дать. Но если у вас будут какие-то вопросы, я кладу вторую визитную карточку рядышком, значит, вы напишите, поскольку, ну, мы же сами пишем наши IDE под macOS, под Linux и под Windows, с чем-то сталкивались, может быть, там ребята посоветуют с соответствующей команды. А Xcode, на самом деле, это специфическая IDE iOS-овская, macOS-овская для написания софта под macOS iOS. У нас есть свой вариант, который называется AppCode. Он без Xcode сейчас не работает пока еще. Ну, я не знаю, будет ли когда-нибудь, но в нем уже есть свой графический билдер, значит, и там работают все привычные комбинации клавиш, поэтому можно попробовать, может быть, понравится этот код. То есть в основном как бы цель сэкономить время. Да, естественно. Вообще все, что мы делаем в JetBrains, своей целью имеет сэкономить время. Наше собственное и наших пользователей. Это, наверное, ответить, это действительно то, чем мы занимаемся. Больше нет времени на вопрос. Нет вопроса, так? Да, вот там вот был хороший вопрос, он, несомненно, заслуживает футболки. Да, сейчас. Вот.
Как всегда, свои значения не летают. Хоть руку поднимите кто-нибудь. Да, вот я правильно кидаю в нужное место. Надо спасибо большое. Окей, спасибо.